Сегодня мы показываем последние разработки ARRI в области светодиодной техники. Это прибор L7C и SkyPanel 60. Данные приборы предназначены для работы в телевизионных студиях, а также в кинопавильонах. Что касается прибора L7C, это прибор, который на рынке находится уже 2 года, который себя очень хорошо зарекомендовал, используется во многих телевизионных студиях, которые были построены в последнее время, во многих телевизионных студиях мира. Прибор L7C является прибором направленного света, это прибор, имеющий линзу. Второй прибор новый, который мы здесь представляем, SkyPanel, это так называемый заливного света. И этим прибором мы открываем линейку именно в этом направлении. Сегодня использование таких приборов является с технологиями, которые используются в кино. Отличительной чертой этих приборов является то, что, и особенно у ARRI, то, что это приборы, сделанные, скажем так, из огромного опыта. Эти приборы разрабатываются в собственных лабораториях компании ARRI и потом предлагаются на рынок. Приборы выходят высокого качества, потому что с самого начала сборки, с самого начала разработки эти приборы контролируются, и конечный прибор гарантирует высокое качество исполнения, а также работы.